На дворе у нас лето, и мы ненадолго оставим город и отправимся в дачную местность Барбошна-Поляна. Как это сделал, например, корреспондент газеты «Голос Самары» в июне 2014 года, посетивший этот дачный уголок, где отдыхали от дел и от зноя десятки самарцев. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».